На участках автомобильных дорог Усть-Кулом, Керчемья и Керчемья-Дзёль введено временное ограничение движения больших грузов общей массой свыше 6 тонн. Это связано с плохим состоянием объездной, которую легковушки второй месяц вынуждены делить с лесовозами. Тяжелая техника разбивает грунтовку. В дождливую погоду многие участки становятся непроезжими. При этом раньше жители поселков Земстан и Логин-Як пользовались другой, основной дорогой, проезжали через село Керчемья, пока не выяснилось, что мост через реку Виль аварийный. Ведется капитальный ремонт моста по направлению от Керчемьи к поселку Логиняк через ручей Виль, так как конструкция пришла непригодной, слопнула балка. И, соответственно, в связи с ремонтом вот этого моста движение запрещено. Министерство строительства и дорожного хозяйства Коми направило письмо в адрес собственника объездной лесовозной дороги с просьбой обеспечить безопасный проезд легкового транспорта. После завершения ремонта моста через реку Виль ориентировочно в конце августа движение по дороге Керчемья-Дзёль будет восстановлено.